Всем привет, с вами я, Александр Сучков, и сегодня я играю в Майнкрафт. И сегодня я решил вам показать, что админ на этом сервере какой-то залаганный. И опять вогнал меня не в замы, а в обычные игроки. Ну, но это не самое главное. Главное то, что вот эти вот все игроки, они строят какой-то дом. Смотрите, вот мой инвентарь, весь мой. Вот, у меня алмазная броня, меч есть. И да. Так, а у них какие-то блоки, и они что-то строят. Потому что меня трали с ними строить. Потому что это как бы сервер новый. Меня сюда пригласил друг. Но вы только посмотрите, что они строят. Они строят какой-то дом. Просто им сказали построить что-то вместе. Они строят какой-то, не знаю, дом или не дом. Так, ну на что-то это точно похоже. Так. Давайте посмотрим, что они строят вообще. Офигеть. А почему у них есть творческий режим, а у меня нет его? Не знаю, админ. Зачем ты меня сделал таким? Потому что я тут один дом загрифлил. Там. Вдалеке, за пустыней, вот той. Там, короче, вот стоит там дом, не знаю, не видно. В прошлом видео вы знаете, то, что я загрифировал дом грифера. В общем, тот дом находится там, вон там. Ну, короче, понятно. Я его загрифировал в творческом режиме, и, короче, админ меня сделал опять таким игроком. Но эти тоже какие-то, я не знаю, у них творческий режим или нет. Я у них спрашивал, они мне ничего не ответили. Так, вообще, я не знаю, на что это похоже. Но это что-то они, в общем, строят. Так. Так. Давайте посмотрим, что же они строят. И на что это похоже. Так. Ого, как они круто строят здесь. Что это такое? Так, ладно. Уже ночь начинается, да? Я такой, ой-ой-ой, крипер. Ого, он ничего не взорвал. Ну ладно, мне это не нужно вообще. Ой-ой-ой. Еще один крипер. Да ладно, вы что, издеваетесь? Еще один крипер был там. Ладно. Но меня не убило, мне только... Сейчас давайте поедем. Так, поели. О, привет. Так. Ну что же они строят, я так и не понял. Так. Идем сюда. Ого, что они здесь собрались? Я отключил специальный чат, чтобы вы не видели, о чем они пишут. Я даже сам не знаю, потому что все отключено. Так, ну что, уже ночь? И что, они ничего не сделают? Или я должен что-то сделать? Нет. Я просто здесь постою, наверное. О, комната, комната появилась. Комната появилась. Так, что здесь есть? Ничего здесь нету. Вообще, темная комната какая-то. Просто темнота. А, офигеть, эй. Что ты делаешь? Кроме дверь. Офигеть, какой скин, прикольный. Это что, дверь? Так, я не понимаю, можно открыть или как? О, свет сделали. Круто. Я не понял, это двери что ли? Такое заглюченное. Сервер немного заглюченный, но ладно. Здесь играют люди, я решил тоже поиграть. Вот я не понял, почему они попадают-то? Не знаю. Так, ладно. Здесь тоже строят. А, всякие игроки. Так, ну что ж, уже комната одна есть, наверное. Уже ночь. Вечер уже, считайте. Прикольный. Прикольное небо здесь сделано. Так. Здесь что делает? Нифига у него какой блок. Подождите. Не знаю. Ему дали, смотрите, какой огромный блок. Это блок, ребят. Да ладно. Ну, короче... Админ дал всем творческий режим, а мне сделал опять обычный. Вот так вот играет Нубас, блин, в Майнкрафте. Так, идем сюда. Так, я не понял, что это такое, почему здесь все сломано, ну ладно. Двери какие-то вообще непонятно величные. Ну ладно. О, дверь нормально стала. Прикольно. Так, что это за кнопочки? А, это столики сделать, да? Ну, прикольно выглядит вообще. Крей, молодец.
Ладно. Стоп, а что это? Это какой-то выход, что ли, они сделали? Проход какой-то? Я не понимаю вообще, что они строят? Какую-то башню? Или... Давайте посмотрим сейчас. Так. Ой, сейчас пройти. О, так. Так. Это что? Это лестница? Так. Значит, сюда. Что, забраться нельзя? Так. Так, ну что ж. Так, ну что ж. Ну что ж. Так. Что мы делаем дальше? Фу, уже темнота, вот зомби уже идут. Прикольно. Так. Это кто? У нас там скелеты всякие, эндермены. Эндермены? Где? Там эндермен, мне кажется, да? Вот такой вот черный человек. Да, это он! Это эндермен. Ладно, так. С едой у меня пока все нормально. Так, еда у меня еще есть. А мне нужно сейчас посмотреть, что они вообще делают. Так, дверь они сделали, вот они сделали лестницу. А с лестницы равно сюда нельзя, да? Ай, можно. Вопрос. Что они делают? Это крыша или что? И как мне вообще туда залезть? Да я вам говорю, им дали всем творческие режимы, а за то, что я загрифировал дом, мне это отменили. Вот такое вот наказание грифером. Так, ладно, закроем давайте это все. Так, куда мы идем? Какой-то домик здесь, они сделали какой-то кабинет, что ли? Или я не понял, что это. Но выглядит это прикольно. Здесь, наверное, можно жить. Так. О, комнатка. Так, прикольно сделано. Сюда можно, наверное, что-нибудь положить. Прикольно сделано. Так. Идем сюда. Дальше идем вот сюда. Вот мы идем сюда. Что они делают вообще? Я не понимаю. Что же они делают? Так. Ну что ж. О, крыша, крыша. Мы можем залезть на крышу, посмотреть, что на крыше происходит. На крыше вроде ничего особенного-то нету. Так. Так, о! Не знаю, что там происходит. Ну, видимо, уже все, наверное, не построили, там они что-то стоят, все делают. Так, запрыгнуть сюда нельзя, да? Так, что, это строили они уже или что? Так. Идем сюда. Так. Да, это выглядит очень круто. Здесь сразимся с зомби. Ой-ой-ой, нас хотел убить. Ну, ладно. Так и... Так как я только зарегистрировался на этом сервере, точнее, зашел на него, у меня опять первый уровень стал опять. Но зато я получил вот эти вот мечи, всякие штуки интересные, которые можно получить. Так. Так, ну что ж, давайте посмотрим с горы, как они сделали домик. Вообще, они продолжают делать его или как? Или что, они болтают там? Сделано это очень прикольно, сейчас убью его. Вот смотрите, блин, да где ты? Так, вот смотрите, вот такой вот они дом сделали. Да что ж такое, это кто мне может? Понятное дело, что это. Так, ладно, ой. Давай, 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 давай. Все. Вот смотрите, вот они такой вот дом построили, вот, вот он, смотрите, вот такой огромный, что они там все столпились-то. Да блин, админ что ли пришел? Ладно. Давайте убьем еще одного паука. Так, всех перебьем. Что они сейчас стоят, не знаю. Так. Так, что это? Вот такой вот, короче, они дом построили огромный, можно сказать. Очень прикольно выглядит это все. И всего лишь им понадобилось где-то, наверное, минут 5-10, чтобы это все сделать. Не знаю, если вам это понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я скину вам IP этого сервера. Конечно, вот почему-то меня мочат все эти зомби. Съедим еще по яблочку. Так. Ну что ж. Вот они все встали здесь, они разговаривают здесь. Ну что ж, вот такой вот дом построен. Всем спасибо за просмотр, с вами был я, Александр Сычков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем пока.